все-таки люди, которые и наслаждаются природой, и музыкой одновременно. Но, к сожалению, рояль не выдержал, наверное, погодных условий. Немножечко он расклеился. Так что сегодня музыка будет несколько иная. Так, ребята, еще часть рояля несут. Может быть, действительно, мы сейчас соберем полный музыкальный инструмент и что-то еще получится из него извлечь. Ну, во всяком случае, слоновая кость, клавиши из слоновой кости должны быть. И они есть, действительно, это слоновая кость. Что нам сейчас нужно? Нам нужно перерабатывать отходы, потому что природа не бесконечна. И те материалы, те ресурсы, которые есть у природы, нужно беречь. И сберегать их можно только переработкой вторичного сырья. Все мы живем в нашем городе, город-герой Москва, и это наш общий дом. А дом должен быть в порядке, да? А для того, чтобы в порядке, вот мы и занимаемся наведением порядка. Это не просто такая житейская, бытовая задача, но эта задача связана с тем, что если убрали мусор, иные предметы, что представляет опасность, да? Значит, мы работаем в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций, от пожаров, иных и прочее. Это благое дело, с благим делом, с хорошим делом всех нас, всех вас и еще больше добрых дел, и не только в этом. Ура! Ура!